Книга «Открытым оком», том 3, вопрос 1184. Тема «Деньги». А можно ли покупать что-либо в комиссионке? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Если это какое-либо оборудование, стиральная машина, и вам это выгодно, то покупайте, пригласив с собой знакомого специалиста. Одежду же из старых рук никому не советую покупать без явной вопиющей нужды. Вы можете подцепить такую китайскую болезнь, что воображаемая выгода обернется против вас.